Британский боксер Крис Юбенк-младший поделился мнением о поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниелом Джейкобсом, который состоится 18 марта в Нью-Йорке. Фаворит ли Головкин в бою с Джейкобсом? Конечно. Головкин будет фаворитом в любом своем поединке. Думаю, он побьет Джейкобса, что хорошо для меня, поскольку Головкин останется открытым для меня, чтобы я стал первым, кто лишит его нуля в графе поражений, заявил Юбенк-младший в интервью FightHype.com. Ранее британец не раз говорил, что он может побить Головкина, поскольку видит много слабых мест в его стиле. Также Юбенк-младший отмечал, не боится силы казахстанского боксера. Дэвид Хей считает британца единственным боксером, способным побить Трипл Джи. При этом у Бенка-младшего была возможность встретиться с Головкиным в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября, но он сорвался из-за завышенных требований отца британского боксера. Позже Крис Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой 6 миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее, он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году. Между тем, промоутер Triple G Том Леффлер заявил, что они открыты для переговоров с Юбенком-младшим. Позже британцы в резкой форме прошлись по Головкину,